Ксения Собчак раскритиковала новое шоу Ольги Бузовой об отношениях. В принципе, призналась журналистка, ничего сверхъестественного от поющей ведущей она и не ожидала. Гостями шоу становятся только мужчины из самых интересных профессий, начиная от стриптизера и заканчивая астрологом. Собчак, в свою очередь, назвала участников феерическими клоунами и сравнила их с бывшими бойфрендами ведущей. Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы. Один психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что мужская полигамия, особенно среди врачей, это норма. В итоге Собчак назвала всех собеседников Бузовой альфонсами, алиментщиками и абьюзерами. В принципе, как бывший парень ведущий, не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства. Познавательно. Напоследок поделилась Ксения Собчак.